Короче, у меня был в детстве ёжик, когда я еще пацаном был. Ёжика это в лесу подобрал. И, короче, этот маленький ёжик ко мне до того так привык. Говорят, вот ёжики колючие-колючие. Хрена не, они не колючие оказываются. Когда он привыкает к человеку, ты с ним играешься как с котом. За шерстку берется, и он играет, и тебя кусает так, покусывает чуть-чуть. Ну вот он, этот ёжик, практически как котенок со мной игрался. Вот мы с ним игрались, а дело потом уже к зиме начало, и он, я на койке, короче, спал. А думаю, а как он на койку-то запрыгивает? Он же не прыгает, он только бегает, и все. Оказывается, я около батареи спал, а он между батареей и стенкой упрется, и лез, и ко мне на койку залезал. И, короче, вот так раз куда-нибудь вглубь такой залезает, залезет, и все. Ну, а потом дело к зиме где-то уже, они же норки свои где-то делают. И, короче, он у меня, короче, этот ежик, ну, такой хороший. У него особенно симпатичная мордочка. Они такие симпатичные ежики вообще. И у них особенно вот этот животик такой, шерстью такой мягенький, играешься с ним. У него лапки такие интересные. И вот я с ним играл, сыграл. А потом зима наступила, и он куда-то исчез, убежал, короче, от меня. А куда делся, я уже про этого ежика уже не знаю. Ну, хороший ежик. С ним интересно общение у меня было. Как с котенками игрался. Все в этом мире.